No, sir. Азербайджанский фильм «Последний» удостоен приза зрительских симпатий на международном кинофестивале в Лондоне, сообщает сайт киностудии «Азербайджан фильм» имени Джафара Джабарлы. Фильм «Последний» — совместное производство кинокомпании «Бутафильмс» и киностудии «Азербайджан фильм» имени Джафара Джабарлы. Фильм повествует о последнем ветеране Второй мировой войны. Режиссер-постановщик картины Сергей Пикалов, в ролях Идрис Рустамов и Джордж Гафаров. Съемки этой 15-минутной философской истории проходили в городе Шабран, в 120 километрах от Баку в деревне Сура. Напомню, что картина в этом году принимала участие в различных международных фестивалях. Первый в истории фильм «Последний», спродюсированный и снятый российской и азербайджанской командой, вошел в основную конкурсную программу 67-го Каннского фестиваля. Камила Алиева, Эльмин Лачинов, Азертач.